Угу. На простынь ко мне сегодня ночью не придешь в чистую постель. Вот валяйся дальше. Бессовестная и бесстыжая. Маруся, что за бомжиха деревенская? Где москвичка тут была? Что за бомжатина? Маша. Ребят, такой ужас хочу заснять. Со шкурой у меня кошка никогда это не ела. Она деревенскую картошку жрет прям со шкурой. Маша. Ну прикиньте. Блин. Вот так вот. Деревня. Даже кошка это понимает. Едим все, потому что все экологически чистое, полезное. Так, у нас в гостях мальчик деревенский. Маруся шипит. Нет, Маша сказала, что нам только москвичи нужны. Деревенщина нам не нужна. Да, Маруся? Ну, чего ты ругаешься на него? Ну, познакомься, он напугал парня, он убежал. Смотри, какой красивый. Это британец, наверное. Маруся, смотри, какой красивый кот у тебя в гостях. Подпол открыл, вон там свет включил. Маруся сама спустилась. Лазила там минут 40, проверяла. А он же большой, там почти по всем домам там идет дохренища отделений всяких. Все проверила, сама вылезла оттуда. Все, теперь удовлетворенная лежит. Маруся, Маша, выходит щурится. Посмотри на меня. Чё, Маруся, деревенская травка прокатывает, да? Классно? Сочная? Чё ты отвернулась? Маруся. Всю траву не ешь, козочкам будущим оставь. Растопил печку. Кошка у меня на печке балдеет. Марусь, тебе тепло? Прям так тепло и все, и тебе пофиг на всех? Блин, ну мне бы такую жизнь. Ну что ж такое-то, а? Маруся, давай хоть коврик или матрас этот почистим. Никита приедет, убираться будем на этой печке, пылесосить, все убирать, обшивать. Маша, ну что за игнор отца? Ну вообще наглость. Вот так вот. Поняли? Даже кошка понимает, что такое тепло и как это хорошо. Вот так вот. Все, ладно. Я доужинаю, доужинаю. Допиваю венцо, у меня тут немножко осталось. И надо зарегистрироваться на пару аккаунтов ВКонтакте, еще там где-то.
Вот, дочка мне посоветовала, чтобы начинать трансляции, общение там и так далее. Все, всем пока. Опять потерял кошку свою. Кошечку потерял. А Маруся тут, оказывается, привыкает. Греется тут на лежанке, да? Которую папа будет попозже делать. Доводить до ума, обшивать. Да, Марусь? Ну скажи что-нибудь. Маша. Нет, она недовольная. Ты где? Марусь. Лазит по всем верхам. Сначала на стол этот прыгает, потом вот туда, поверху там где-то идет, на эту полку забирается, потом на эту. Скалолазка, блин. Ой, мне как красиво тут. Печкой к осени не займусь. Нужно всю ее ободрать. До ума довести, забелить. Дедушка сказал, надо их почистить, посмотреть в интернете, как это делается. Маша, ну что ты? Время 4 утра. Че папе спать не даешь, орешь? Кстати, вот сегодня она не спала со мной. Как я ее наругал, то, что она валяется там в песке. Говорю, спать со мной не будешь на чистых простынях. Вот она обиделась. Спала на русской печке, на лежанке. Артистка. Маруся. Даже кошка у меня пьет это молоко. Магазинная она никогда не пила. А здесь козий, пожалуйста. Вот так вот. К Марусе пришел жених. Маруся. Ну что, посмотри, он какой красивый. Такая же расцветка, как у тебя. Почти, посветлее. Иди пообщайся с мальчиком. Маша. Маруся, посмотри, какой кот. Деревенский. А ты что, москвичка, не хочешь с деревней общаться, да, необтесанный? Короче, кошку искал. Пойдем на улицу, папа работать будет, ты будешь гулять. Пошли, Маруся. Пойдем. Хватит по полкам лазить. Такие везде занавесочки. Надо их постирать, потом будет.